Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня вяжем вот такую детскую сумочку для наших девчоночек, маленьких модниц. Вот такую красивенькую сумочку через плечо, возможно сделать так в ручку, чтобы носить. Ну, как уже наши красотки захотят. Вот. Кому это интересно, оставайтесь со мной и вяжите вместе со мной. Начинаем мы с того, что вяжем два круга, одинаковых, идентичных круга из 6 рядов. Ниточки, закидайте меня тапками, но это один моток с Алиэкспресса. Мне их хватает на эту сумочку одного мотка, так что оставлю ссылочку в описании. Крючок номер 6. Кстати, у меня два крючка. Сейчас вы увидите, зачем два крючка. Пуговичка одна. Ну, иголка с ниткой, ножнички. Это понятно. Значит, еще раз. Два круга по 6 рядов. Одинаковых, идентичных. Как вязать круг, появится сейчас вот здесь вот в подсказочке в видео. Есть отдельное видео. И вы свяжете круг из 6 рядов. Вот мои два круга. Беру один и на центр, вот где у нас уголочек, вот здесь вот пришиваю пуговичку. Пуговичку можете взять любую, возможно, какую-то зверушку, цветочек, какую-то детскую красивенькую. У меня сейчас нет, поэтому я пришиваю именно такую. Чем веселее пуговичка, тем красивее получится, симпатичнее. Теперь берем вот эти два наших круга, совмещаем, где у нас закончилось вязание. Вот видите, здесь у нас закончилось и здесь закончилось. И вяжем, будем совмещать вот эти две наши детальки. Так, первое, вот эту петелечку, здесь я петелечку затянула. На второй детальке петелечку оставила. И мы захватываем. Смотрите, вот здесь вот у нас образовано две косички. Мы захватываем вот эту и вот эту часть. То есть внутренние части косичек мы оставляем. И вяжем столбиком без накида. Обычным столбиком без накида. То есть соединяем наши детальки. Я протяну, продену. Так, еще немножко. Так, сшиваем чуть больше половины. Не половина, а немножечко больше. То есть, видите, половина у нас будет вот здесь вот, а мы вшиваем немножечко побольше. Так, вот так вот примерно. Если взять вот эта половина, то где-то на 1,5–2 сантиметра выше половины. Теперь выворачиваем. Вот такая вот у нас заготовочка. Здесь оставляем вот это наш крючок с петелечкой. Берем второй крючок. Из этой петельки вытягиваем петлю. Провязываем.
Отставляем. Берем второй крючок, провязываем, оставляем. То есть мы чередуем, мы вяжем нашу ручку вот таким вот образом. Мы чередуем крючочки. То есть это цепочка на двух крючках. Связала я вот такую ручку. Я хочу, чтобы малышка носила эту сумочку через плечо. Ой, в камере она выглядит, конечно, странно коротко, но она как раз нормальная. Вот сейчас мы закрепим это все дело. Сейчас надо выровнять. Выравниваем ее аккуратненько, чтобы она не была у нас перекрученная. Так. Теперь петелечку из первого крючка мы проденем вот сюда. И провяжем. И петелечку из второго крючка продели. Провязали. Теперь снимаем вторую петелечку, провязываем, обрезаем и теперь затянем на обратную сторону это все дело. Вот наша сумочка готова. Осталось нам сделать застежку. Из остатка, вот смотрите, из мотка ниток у меня что осталось? Из достатка я вяжу цепочку обычную. Так, вот. Я цепочечку теперь так вот захватываю. Нам надо ее померить, чтобы она у нас была на своем месте. Вот. Протягиваем оба конца на изнаночную сторону. Застегиваем и вот здесь вот подтянем. Так, вот. Еще немножечко подтянем. Отлично. Вот она, теперь расстегиваем. И здесь вот просто мы завяжем тугенько. И обрежем эту ниточку. Да, там будет узелок. Ну, что поделать. Вот так вот. Застегиваем, и наша сумочка для мандняшечки, для наших девчушечек, дочечек, внучечек готова. Племяшечек, сестричечек. Вот.
вот такая вот у меня сумочка для моднешек, для девчонок. Я ее связала, вот видите, подлиннее, чтобы, потому что у меня девчушка малюсенькая, до годика, чтобы мама ее могла одеть через плечо, если захочет. Ну и, соответственно, чтобы потом она ее носила. Вот, смотрите, такая сумейка. Ну, на этом все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.